эксцентриссимо. Телезрители всей страны обсуждают в очередях и на лавочках новый трюк Лолиты Милявской – стрико. Певица на фестивале в Баку вдруг сняла свое платье и оказалась в странном одеянии – в узорчатом комбинезоне. Всякие Бритни Спирс и Бейонсе в таком спокойно выступают, но на Лолите обтягивающее полупрозрачное облачение не стало очередным проходным сценическим костюмом. Ведь она хочет остаться последней толстой артисткой на эстраде, как сама призналась, демонстрируя все сделанное для этого. Пока одни возмущаются, а другие облизываются, глядя на фото Лолиты в расписном прозрачном с раскинутыми руками, третьи решили, что трико хорошее, надо брать. И нашли его в китайском интернет-магазине за 900 рублей. Шер, лет 30 назад отважившаяся для церемонии «Оскар» облечь в прозрачное свою отличную фигуру, заплатила за наряд $3000. Наверное, за бисер и перья лишнего взяли. А можно было бы не переплачивать. Все равно в истории это платье осталось под названием «Голые». Эксцентриссимо.